Доброго времени суток! Сегодня хочу поделиться рецептиком приготовления творожно-сметанного крема. Очень хороший крем для тортов, десертиков. 400 грамм творога, 200 грамм сметаны, сахара 3-4 столовые ложки или по вкусу, ванильного сахара пакетик или ванилина щепоточку. В посуду для приготовления крема выкладываю творог. Творог не жирный, я беру мягкий, вот такой мелкозернистый. Добавляю 3 ложки столовые сахара, щепоточку ванилина и 200 грамм сметаны. Теперь все это я сначала немного перемешаю, перебиваю блендером. При желании, если крем получается немного густоватый, можно добавлять еще сметаны. Получился очень вкусный нежный крем вот такой вот консистенции для приготовления различных десертов. Всем пока, до новых встреч!